Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже так снимаю. Да. Спасибо большое. Джеймс Бонд для нас не герой. Да. Today, tension is growing between Russia and the West. Why do you think that is? And how dangerous is that? У некоторых политиков на Западе, на мой взгляд, возникли неоправданные ожидания. Они почувствовали, что миром можно править из одного центра. Этот центр называется Вашингтон. Надо об этом помнить всем, в том числе и политикам, которые находятся на другом берегу Атлантики. You talk about Washington wanting to rule the world. Western leaders regularly accuse Russia of waging a hybrid war against the West, using weapons like cyber attacks and disinformation. The European Union only recently accused Russia of campaign of disinformation over coronavirus. Why is Russia doing this? Do you accept that is happening? Разве является дезинформацией те фактические данные о том, что Россия искренне вызвалась помочь Италии в борьбе с пандемией коронавируса и направила в эту страну, дружественную нам страну, несколько десятков или, может быть, даже сотен военных медиков, большое количество оборудования? В чем здесь дезинформация? Can you understand why perhaps in the West there is a lack of trust towards Russia at the moment when you look at some of the things that have been happening, like the Salisbury poisonings, that Britain believes Russia is behind? Ну, вы знаете, доверия недостает с двух сторон. Вы там привели вот эти случаи в Солсбери, да? У нас нет доверия к словам официальных лиц британского правительства, да? Потому что highly likely нас не убеждают ни в чем. Вот. А если говорить о доверии, конечно, мы очень, я бы сказал, сожалеем о том, что доверие снижается в результате вот действий, подобных тому, что происходит сегодня. Ну, вот, может быть, последние такие политические события, заявление Соединенных Штатов Америки о выходе из договора по открытому небу. Этот договор, он является вот существенной частью того, что мы сейчас называем доверие. Да? Ну разве можно рушить этот договор? Россия, как и любое другое государство, по-настоящему суверенное, защищает свои национальные интересы. Национальные интересы – это и настоящее, и будущее, но это и прошлое. Победа была оплачена очень дорогой ценой, ценой около 27 миллионов жизней моих соотечественников. Многие молодые люди в странах Западной, а теперь уже и Восточной Европы, искренне считают, что Соединенные Штаты победили гитлерскую Германию, победили нацизм и освободили Европу. И вы знаете, вот такое невежество воспитывается не случайно, а осмысленно, с тем, чтобы было такое представление о том, что все хорошее в прошлом и в настоящем связано с одной страной, Соединенными Штатами Америки. And about Salisbury. Я прошу прощения, у меня уже не хватает времени больше.